Вот сегодня мы приехали к нашей замечательной Владочке. А Владочка наша очень больна. А у нее бронхиальная астма, да? Да. И ей нужны лекарства и тому прочее. Но лекарства люди помогли чуть-чуть собрать. А вот сегодня мы приехали, так как у них очень тяжелое положение, и купили им канцелярские принадлежности. Здесь линейки, карандашики, альбомы, а также продукты. Курочка, колбаска, как обычно. Спасибо. В моем продуктовом наборе находится чаек, различные крупы, молочко. Это все Владочке, ее бабушке Вере. Все это было возможно благодаря замечательным людям из Москвы. На концерте Юлии Славянской, певицы из России, были собраны средства в доме режиссеров, или как его называется. И вот на эти собранные средства мы и скупились. И нашей Владочке вот и подарок, и Деда Мороза. Нравится? Спасибо. Нравится тебе Дед Мороз? Да. А конфеты будешь кушать? Да. Ты любишь их? Да. Скажите, стреляют у вас здесь? Да. Сильно? Да, сильно. Сильно стреляют, да? Боимся, крестимся, и окна, двери, все. Уже как было, то и замки повырывало, и тут все стены сгорело. Уже так, привыкли, но боимся все равно. Не знаю, как выжить до весны еще. И все равно стреляют каждый день, да? Да, стреляют еще. Минские договоренности не соблюдаются? Нет. Не соблюдают никак. Да, еще раз напомню, огромное большое спасибо жителям города Москвы, которые 28 октября 2016 года жертвовали свои средства на концерте Юлии Славянской в Центральном доме журналистов. Огромное спасибо всем и низкий вам поклон за то, что вот мы такие семьи обеспечиваем. Спасибо. Всем необходимым. Бедную бабушку, которая осталась одна с ребенком, с внучкой. Больше у нее никого нет. Спасибо.